От него бегут в миллизону, все блюют, блять, весь рейд. Что так 2, что так 3. Еще и свечится ДПС. Мне показалось, или общий объем ХП увеличился? Да, да. У него не 52 миллиона, а 65 миллионов. Вот 2-6 ляма, а мы в слизни 2 вливаем. Когда на вайпе слизень дошел, он, по-моему, не сразу пропал, он несколько раз отхилил меня. Не знаю. Че, надо войда в сову 5 хилов оставить, нормально было. Не, войд как... хилее, я в шопе в ДД. Наоборот, чтобы ты диспелил нормально там, эти массы. Там присты подиспелят. Ну, смотри, на выдохе все равно прожмет точку, ему не нужно собирать споры. Он может подиспелить в шипы. Паладины, у кого там стоит аура воздаяния, присоедините? А кто-то что-то диспелил только что или что? Нет. Вот и так, кто ставь на защиту тьмы, не мастер ауру вытащит. Давайте фулбаф. Ваня, есть банка на СПД? Не, одна была. Чё? Одна была. Так, смотрим на пул, чек на пул. Убирайте сразу ранжуйте, смотрите, когда под вами зеленая лужа. Кулаки раздайте, смотрите, когда под вами зеленая лужа, вы должны сразу от нее отбегать. Так, давайте, все готовы? ДК начинай. Сова за ворота быстрее. Давайте, Рост. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Смотрим, газ хилим. Сейчас будут споры. 2 секунды, готовьтесь. Споры разнеслись. Блять, ну чё вы попали? Пельмени. Слава, 3 кнопки реста, если достанешь. Это, кстати, не по сальде, похоже. Наберите между собой ренжу. Играем в слизня. Падаем. Заходим в лужу, умираем. Стой, ладно, не умираем, играем. Бейте слизни. Слава ресает Доминика, Клёна ресает 3 кнопки. Пельмени. Да бейте. Стало диспелить. Блять, куда вы миризону 2 споры вынесли? Играйте в облако газа. В облако газа все. Беги, малышка, беги! Блять, где он бежит? КД у меня был. Играйте в облако газа все. Че, мне не БРить, нет мага? Да он опять сдох, не... КД у меня. Билин, забирай. ДК упал. А че слизень? Да он тут хилил босса, я не понял. У босса 65 лям. Ладно, давайте споры разносим. Готовьтесь диспелить, ресы. Дайте фулбафы по поклонскому, пельмени. Слизня в облако. Отбежали, отбежали, отбежали от него. Пельмени. Дай сакву. Не нахуй, хуйня какая-то, блядь. Пиздец, блядь. Чё вообще за хуйня, ебать? Чё-то танков очень сильно прибывает, на самом деле. Как люди умирают от этой гнили, если бы на них 300.
Давайте, может, на ДЦ зайдут и все. Толку-то? Да я ДЦ тут помог бы вредить ДЦистам. Вон у Глидаля вроде есть. Пусть пекнется. Нет, у меня ДЦ никогда не было. Кого-то есть ДЦ? Нет. Вместо Полены, говорю, могу зайти. Ну давай. Заходи. Давайте сейчас прописываем рейндж 12, если там рыгают много людей. Смотрю, кто лишний рыгает, даю 100 хп. Так же само пельмени. Смотрю, кто пельмени ловит, 100 хп даю сразу. То вы от пельмени отбежать не можете. Но не всегда получается. Иногда ты рыгаешь, и в тебя летит пельмень, а потом бабах, взрыв, и ты вообще не понимаешь, что произошло. Как в доте раскатали просто. И в портофал, если там не говорю, ты видишь там выдох, давай сакру. Редки, как туалы, у тебя там аура тьмы тоже, если я не говорю, на выдохе тоже давай сакру. Ну, в смысле, мастер ауры тьмы, которая... Дайте шкаф. Тыкайте на сум. Слишком далеко. Давайте, сюда мозбаф, давайте, пишите команду range 12. Так, купим. Васап тут. Хайзенберг, кастуй чаще. Чё там, нужен-то? Это самое. Можешь вместо сломанного шамана посетить? Ещё раз. Скажи, Ваня. Можешь вместо шамана на одного босса зайти на этого тухлопуза эпохального? Блять, ну кто запустил? Блять, я за дверью. Падаем. Заебали, блять. Ну, если есть ДЦ, конечно, лучше всего. Там магазин верхов не стал одного босса. Вы уже определились, как бить будем? А в чем прикол, что дают за эту херню? А чего? Там ящик какой-то и там пет, маунт может быть. Там очень маленький шанс. Так что, разве что интерес, так сказать. Согласен, еще похуй на эту коробку. Ну типа да, коробка. Давай типа всех убьем, а потом к нему придем. Так он запущен уже. Уже меньше часа осталось. Не-не-не, там безгранично у него. Это чтобы запустить сказал, час. Сейчас. А. Если падать будет, потом, потом других боссов убивать, там сидрут. Там Олег зайдет.
Обычный режим, только мы уже не запустим, да? Уже нет. На ордере разве что после релога. Ну, дисконно. А кто в Киеве живет? Есть кто-то у нас такой? Да, догадайся. Не, ну кроме, блядь, Бибопа. Его я... Он в Провороте живет еще. А? В Провороте еще с Киева. Бля, мне, короче, в командировку еду. Отель снимать не хочу, пожил бы у кого-то день. Нет, я бы заплатил. Давайте, может, встанем все с обратной стороны, чтобы газ дольше забежал бы. Так наоборот, в отеле прикольно жить. Ну, за свои бабки нет. Нет, ну то понятно. Если бы баблу есть, почему бы нет? Да не, вообще думал, типа предложить, если вдруг время будет пивка попить там, город, чтоб не показали. Что за слизнями будем делать? Убегать, отбегать. Ну, я предлагаю до первой едкой гнили, ну, не бить их. Ты что? Они отхиливают на 2 ляма 600 тысяч, а у них хп, по идее, 2 ляма. Да. Ну, то есть, ну, фактически, ну, нету смысла их бить. Ну, плюс потеря. Ну, они же отхилят и исчезнут. Ну, судя по описанию. А они не вайпы, блядь? Наносят тьму. Я один стоял, 100 тысяч. 1-2-3, слышно? Да, да. Он сейчас до Вани дошел, ударил Ваню, отхилил босса, сделал ретаргет красный. Его надо сливать. Я понял, все, я понял. Давайте за спину встанем, чтобы они дольше шли до нас. Потому что они появляются, да, как раз. Разбирайтесь на всю платформу за боссом тоже. Шаманы, поставьте тотемы потом под боссом. Дайте каску там под друидом. Одна просьба. Ну, ставьте, пожалуйста, на этих слизней метку, а то не видно их. Ты чё тапнул? Как слизней можно не видеть? Ну да, слизней так, бейте, у меня метка не ставится, чек на пол. Яркий. Набирайте оранжу между собой 12 метров, и когда зеленые лужи под вами, отбегайте, потому что они очень быстро летят. Давайте, на пол, на ДК дайте. Тише. Я подиспелю. Ну да, все шифры. На пул, на поклон. Смотри, подожди, у нас кальк может не сбегаться, он стоит в стороне, всегда хилит. А два шамана нужно, чтобы один шип одного шамана диспелил, другой шип другого. Либо будем два шамана сбегаться вместе, как? Да стойте вместе, я подиспелю тогда со стороны Масаба, а там будет с левой стороны, если на босса смотреть. А с правой стороны туда будет Хазарак, а правого вы там кто-то подиспельте. И Карик, смотри, чтобы на выдохе у тебя бабл был не на КД, чтобы ты бабл мог прожать. Ну, вроде так как-то. Давайте чек на пул. А зачем мы два шамана рядом встали? Ну, потому что мы сбегаться будем. А зачем мы сбегаться? Одна метка одного шамана, другая скоро другого шамана. А диспелить как будет? Нас же нужно обойтись. Слева варенька, и справа какой-нибудь ШП гильда. Ну, я предложил это, Ваня сказал, что мы вместе стали, будет нас обоих сразу диспелить. Они могут приходить, один ШП в одни тотемы, один в другие, да. Под тебя диспелить. Ну, сказал Даня, с этой стороны, где я, Хазарак с той стороны, с этой стороны я подиспелю, со второй стороны какой-то другой, все присыкают, с той стороны диспелить. Казарак, иди на ту сторону. На какую? Не стоит на бусы смотреть направо. Ну, если на бусы смотри с правой стороны, стань стоит. А давай так, он позади, я спереди. Ну ладно. Давайте чек на пул. Стой там, Казарак.
Так, все на фуру на Поклонском. Поклонский, начинай. Дайте рост. Тотем их в центре и ножу между собой наберите. Смотрим, сейчас будет пельмени, готовьтесь отбегать. Три стака надо словить. Давайте, сбегайте с хилы. В мире зону, друид. В мире зону, друид. Какой друид? А, блядь. И сразу бринжу набирайте. Появится, вышло. РДД свитч на лист. РДД играем в облако. Бежал. Беги, беги, беги. Все в облако играем. Медики тоже играйте в облако. Джо, Ринджо. Пельмени. Сбегайтесь. Мили? Ну, в мили зону. Блин, ну неужели не видно здесь шаманы? Где метки? А мне нет. Играйте в облако. Тоже нет. Моровин, беги. Я блюю, и меня пельмени. Играйте в милики, тоже переключайте. Все играйте в облако газа. Режут-то наберите между собой. Играем. Одну в мире зону. Доминик, под босса, Доминик. Все, все, стойте, стой, стой, Доминик, стой. Слизни, играйте все слизни. Беги там, Поклонский, на кому там. Ну, Поклонский, беги. Кильте протопало. Так, готовьтесь отдать сакру и паладин мастера по команде прожмешь. Давай, жмите, все. Что-то мне нехорошо. Вышли слизни, играем слизни, два штуки. Бегите, дали баш. Да я беги. Блевал. Да я блевал. Отошли от красного. В мире зоне бейте там. Споры разноситесь к хилам, еще она будет сбегаться. Секунд ретаргет. Ретаргет красного одного, и второй сейчас будет ретаргет. Смотрим, где они сейчас будут. Бейте, бейте. Ушли. Да у нас ДПСа не хватит, 2 минуты до берсы. А кто-то уже убивал их? Да падайте, не убьем. Ловите давай пельмени. Да что бить, минута 40 до берсы. Да не будет берсы. Да не будет. Ну пробуйте, играйте слизни, посмотрим, что будет. Пельмени. Отошли от красных. Два шамана. Марак. Да я блевал, блядь. Из дома. Послизни просто не сливаются. ДПС не хватает. Блять, еще хуже, чем Мали на личе. Короче, падайте. Сейчас пойдем на Синдру, и там, если дисклона не будет, туда будет. Посмотрим, что ты цикуешь, до нее осталось 50 секунд. Посмотрим, будет она или нет. Мертвец! 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 Ага, не посмотрим, мы на мерсу, короче. Ну какая-то нереальная херня, не знаю. Мне кажется, состав ну вообще неправильный. Тут походу милики, ну вот, их значимость равна нулю. Все.
Посмотри, сколько у меня слизней набито. А при чем тут слизень? Проблема же не в том, что ты там бежишь за слизнем, типа бьешь его. Проблема в том, что ты бежишь и всем мешаешь. Каким образом, бля? Потому что кидается, рейнджа не соблюдается. Ну, в рейндж, потому что подходишь. Там блевать, не? Понял. Да хуй знал, я бегал, ни разу не заблевал никто. А куда идем сейчас? На лед. Ну, давайте тут все убьем, сейчас идем на Гниломорда, там убьем. Давай уже лед, че? Пишите на Гниломорда, квартал зачистим, то от одного босса, потом пойдем туда уже. Давай оставим, а потом уже его следы. Че сейчас туда-сюда-то ходить из одного босса? А то профа, то, по-моему, не получится, да? Ну, пошлите на лед, там не профа не будет. Ты что, прикалываешься, что ли? Так я вот только не понял, там что, ловили красных людей или чего? Было чуть-чуть, да. Иногда было. Просто мы столько били и только там 40% снесли. Угу. Дань, ты можешь офнуться, потому что там Хайзенберг вернел, ну этот второй шаман понял. Вернелся. Я вышел уже. Если что, потом, ну, так же в АФК посижу. Ну, короче, он непродуманный, тут времени для персы не хватает, там-то рейд под босса собирать. Всего? Рекаунт. На более сильный рейд просто. Ну, всего 49 миллионов набили и слизней, и в этого. Ну что тут, танки, тут хило, тут идите пулять трэш. Дайте там какие-то бафы. Играйте, ну пошел на мирово. Дань тут. А тебя не смущало, да, что все шли навстречу тебе, когда ты шел до мани? Там, если хочешь, к ТДшникам заходи, что мы идем, блин, кто-то у нас отваливается один игрок. Славик, кто? Кто желательно? Да все, можно думать шаманом пойти, чтобы когда зря не вешать. Давай. Шипы заходи. Или локом. Один лок у нас пока. Или варом, вар один. Давайте РД в кастующую Мелики, в призывающую. Давайте звездочку РД бейте, потом вторую АОЕшу на Мелики, остальных всех. Печи звездочку РД. С каких пор БР скидывает форму совы? Хз. Типа вот кто такое придумал? То есть кастовать как бы можно в форме союза? А БР... Ну, ванили рой насекомых скидывал сову. Тайную магию только можно. На офисе. Заберите двух мобов, подведите к рейду на ком они там. Кофе, это же для лохов. Это Сирус твой для лохов, блядь. Чё ты пиздишь, ты ж через день там играешь. Да его даже там просто. Просто даже среди лохов он лох и думает, ну его нахуй. Обидно как-то было. Я не хотел тебя обидеть, Славик. Ну, там декап по одному их утаскивай.
Просто это не те маленькие полководцы там по одному вытаскиваем. Это и не ДК, блин, это я вытащил. Я стримов этих. Еще одного можешь вытянуть. Дефы пройдут, вытяну. Тут давайте эти бурсты на вальке. Гнев же у совы, не тайная магия. Природа. Нападай, гроза, герой. Сейчас я покажу господину, ну, природа и тайна. Кто из нас может называться чемпионом? Возрождение это не природа? Природа. Возрождение это хилка. Возрождение. Это хилка. Это ж природа. Нет, свет. Нету паладина и приста. Это тоже свет. Шадоуболт это, блять, магия льда, нахуй. Омоложение. Нет, это свет. Так, давайте. Даня хила, Слава хила. Кто там еще хил у кого есть? Нет, у меня есть. Давай, ты хила, Виталик, там у тебя хил есть? Нет, танк. Ну ладно. Короче, я рейд похилю, все остальные в порталах катайте. Сейчас подходи, Хайзенберг, подходи, где-то там. Давайте только все вместе летать, блять. Не проебывай портал. Дайте им капа, хэбро. Лапы пристабалов. Сейчас дайте шкаф. Хайзенберг тут. Ну я бегу. Дайте шкаф лук. Нет. Дайте фулбаф, все тут. В порталах за вас обеком летаете, печеньку поставил, чек на пул. Дайте им капшу надо. Давайте, все готовы, танки пуляйте. Там дроиды жизнесвет стакайте, чтобы он разряжался. Вышло подавление, орать в подавление. На исход. Залечите мои раны. Играйте массой по трэшу мелкому. После вторых порталов рост дадите, захилите. Походы собираемся. Я
внимание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. После следующих раз дадите. Что можно было раздавать 72%. Сзади собираемся. Без роста захилить так. Пейте огненного лица. Можно молнию давать. Истерию навалю. Да, все равно захилит. Ну так, хоть рост не просрём. Идите вниз, спускайтесь, там шкаф поставьте, меня присмотрите. Поезд на мейн, кому там осколки? Снимайте шо. Сука, два раза подряд падает кольцо, ёбаный. Блядь, что, 10 хилов было, что ли? Но в поезд надо никому. А ну-ка линканите от хил, ребят. Кольцо на мейн. Трися, тебе надо это кольцо? Да. Так. Ноги надо кому-то. Хотя бесполезно. Мне в ДДД на синдевре? Да, спекайся обратно на ДДшек, только пятая пати хилой будет. Кто позже в ране вниз спустится, на тому ГП. Спасибо, Боря, тоже давайте. Так, Омский, сходи, мы тебя сманим. Покурить тут, Вань. Бля, в натуре курить я тоже хочу. Что там, Поклонский, зайдешь или ты пошел? Давай, бери на один танчишь, надеюсь, ты не Виталик, Виталик. Дайте на пул, там один протопал только танчит.
Нет. Тут ожерелье Водина лежит. Сразу у него. Походу пропал уже. Поконски, заходи, если ты тут. За сколько играю, первый раз вижу, чтобы упало от этих дыханий. А, или второго дракона берем, тащим наверх. Ребят, тут, короче, у шамана энергия повышена, можете менять.
Давайте наверх поднимаемся, там Хайзенберг застрял, сейчас будет кириллся хорошо. Интернет вылетел. Да я понял. Понял с концами? Похоже дело. Олег, ты вверх? Вон, вот сабов хилачи. Не-не, ну понятно. Так, ладно, дайте пока фубав, там сейчас Олег зайдет, еще с нами пойдет. А, тогда 4 пойдем, пока отчик на пол. Какого упыря ты там призвал? Это, наверное, был лоб, да? Объясните меня. Сейчас, 20 секунд ждать. Я после Синдера дойду, минут на 5 похавать ситуацию. Кому рыбу отдали, чтоб он ставил? Дайте касочку по пустам. У Виталика же вроде рыба. Дайте динер друида на варенька. Я поставил рыбу внизу. Кушайте рыбу, чек на пул. Че, вон Олег пишет, че? Да вот там вышел заяц, насколько. Так, давайте, все готовы, спускаем. Все метки на второй фазе будут под босса идти, с освобожденкой не стакаем, мелики по хилам скажу, когда она будет стопнуть. Так, сейчас будет притяжка, готовьтесь после дыхания. Сейчас будет притяжка, ушли. Таня, есть баф от этого. Дота здесь, душа, зубка будет. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Далеко друг от друга не отходите. Я в метке. Так, протопал. Далеко тоже. Так, если видно, вторая слева, разбивайте сразу, там звездочка. Блин, напиши, что там белый чат. Разбивайте его сразу, если видно. Самую правую не берите. Вот эту звездочку разбивайте сразу. И нет, это протопал. А, это не протопал, да, сорян. Вот там эту ее звездочку почти разбили уже. Надеюсь, там протопал. Отлично. Угадал. Отлично. Там, смотрите, сами эти падает. Стопайте по скрепам, наверное. Или разбивайте, не знаю. Под боссом одну. Самые полезные советы, честно. Там, конечно, не видно было, сколько там. Я слизь, давай рель вообще. Ты с горлом там. Кто будет резкую рель? Беги, малыш! Бежим.
ваша жалкая магия теперь бессильна! Давайте рейд наверх, метки вниз. Так, я опять метки. Поклонские тоже в метки. Протопал свой. Смотрите сами, где там будут сейчас падать. Самую правую вообще не бейте, я один подобью ее. Кто-то бьет, блядь, правую самую, ретрик тупорылых. Я победил. Да иди нахуй, понял? Я повесил на него эти, блядь, когти ебаные. Чего? Вы че, правую не сбили? Самую правую не бейте, да? Давайте сейчас притяжка будет, готовьтесь. Бегаем, вот сразу фаза будет. Ничего, потом не стакаем освобожденку. Слава Рельса и Клота, смотрим, сейчас будет метка под босса БМСТ. Под босса Моровинт, шли милики, сразу ее разбивайте. Скины нормально, так что там не стакайте, не хлопайте, в рейде стойте, все скинули и вернулись. Следующий под босса будет притяжка. Все на коленях, ушли мирики, не бьем, будет притяжка. Не бейте скреп. Так, 4 хила освобожденка, мирики там в сторонке курят, ничего не стакаем. РДД тоже на ком освобожденка, ничего не стакаем. Под босса. Ушли милики, ушли милики. Метка вреди, метка вреди. Бля, тупой, сука, все. Дайте геру разбиваем, дайте геру разбиваем. Куда-то под босса следующий несите. Так, Слава, под босса прожмися. Дайте гимну на хп, присты, если не замороженные. Гимну на хп, если не замороженные. Следующую под босса. Следующий под босса прожмешься капельку. Халф под босса, дайте каплю паладина на него. Это след его. Дайте, что-то дайте. Гимны там или шо. Не стакаем, не хлопаем. Сразу разбивайте. Там без меня следующий под босса Клота будет притяжка. Клота, иди под босса. Тучку прижми. Крёна, рисни меня с левой стороны. С правой стороны. Не бьем склепку, сейчас будет притяжка. Следующий под босса. Все, разбивайте Апис под босса. Ой, так, Поклонского хилим. Клемен, Ресса и Берина под боссом в Лазероже. Следующий в сторону. Там каску по себе бафни. В сторону все на колени. Мили, иди ковыряйте склеп. Ничего там не стакайте, РД не надо, там слева Моровинт под босса ушли. Разбивайте сразу. Следующий также под босса. Три кнопки под босса. Ушли милики. Притяжка будет, не бейте. Следующий в сторону. Все, разбивайте. Следующий в сторону. Кого-то в сторону. Добивайте.
сторону крёна. Блять, спасибо, хоть бы дальше стал. Так. Ну, хоть Талик. Рольте, надо кому на майнспик. Три кнопки. Токен покорителя. НКП божь, давай ханту за такую хуйню. Да не, мы не упали. Надо кому-то покоритель, звать обычный. Там в РК хочет кто-то один человек только на кровь и на гнила морду на три босса. А то хлопуз мы не пойдем, да? Нет. Но если дисконт будет, то пойдем. Блядь. Там один час же вроде как. Нет, а час на запад. У меня, кстати, пропал этот ключ запуска. Так, у нас только уже запущен. Уже, видите, он был запущен, у меня показывало время там 30 минут, 40. Он меня тоже показывал. У босса ХП увеличилось только когда мы его били уже. То есть оно с 52 до 65 поднималось. Давайте тут идем гулять. Ваня, отойди на чайнику. Ну, после запуска ключ был еще у меня. Вань, я отойду сейчас похавать наложить, Марус. Угу. Чай налью. Я не курю, так что мне можно чайку. Дима заебал, вместо того, чтобы пиздить в чате, лучше пошел бы с нами. Давайте, рейд, да, стойте. Это привычка, чё? Ну, рейд, стойте тут, присты там подходите, сейчас будем контролить. Да нахер оно, давай бить. Ну ладно, пуляйте, короче, один трэш какой-то. Будем через печеньку играть. Хильте танков. Протопал забирай, БДК. А зачем вы второй сагрили? Дайте гимн на ХП, дайте трэш. Этот бомжей вызовите. Давайте, бомжи тут, играем массами. Все ДК вызовите бомжей. Так, давайте, бейте тех, у кого меньше ХП. Какой-то пристолень, конечно. Тебя либо откинуло, либо ты сам поднялся наверх, мы вехите. Кого? За что-то? Да. Не, ну я наверху и был. Но ты, тебя, видно, откинуло, потому что я хилил, а потом внизу. Либо ты сам отошел, либо откинуло. Да я не на то жалуюсь, мы слева сагрили, а прист вправо пошел контролить, понял? И сагрил вторую пачку. Я вот за что. Тарите тех троих, только боссов не спульте. Thank you.
А вот это что, медведем танчишь? Чё ты так вздыхаешь часто? Притворился мёртвым. Так. Так, все на колени, где там, подходите, давайте фулбаф. Так, БДК на двоих, протопал на одного. Присты, ханты, на кинетике сидим. Чек на пол. Прозвучит парадоксально, но бахните лапу, пожалуйста. Так, Маракс, скажи, на что там не хватает деталек. Сейчас допью. Давайте, все готовы, тогда идем на позиции. Так, кто драма на БДК на пульте? Что одолели нас? Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь... Нет, профа мы не завали, мы тухой пузо убить не можем. А, я только подошел. Ёбаный. Ну, пробуй, может, не конешься. Ладно, пробуй. Будет вихрь, скажу, она будет разбежаться. Ах, хуй там. Бежим. Дайте рост. КД еще. А ну один дали, потом второй дадите, когда откатит. Разбежались. Если у вас мало хп, мы вас так ждем, кого захилят. Кинетики не забываем, там бить касту и смотрим по рейду, она будет разбежаться. Хазарак по рейду. Я пока не могу прочитать. И прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, кого там Кирис, это точно бьем. Ну что, у нас из 39 человек некого добрать, да? Не. Так и что-то осталось, два босса, считай. Мы на эту хлопузу уже не планируем идти? Ну, если вот ходит перебирать, то можно. Или завтра пока ДС собрать. Может пробовать рыбаки? Не, не поможет. Он уже запущенный. Он скорее всего как алголом пропадает, вот этот ключ. Ну, ключ уже... Вихи разбежались все. Активация, наверное, тоже. Буду сходить посмотреть. Ну потом зайдем посмотрим. И что забьем. О, слушай, а давай я схожу. Смотрю. Да его надо запустить, чтобы посмотреть. Ты сейчас так сдохнешь. Там, блядь, я сдох, да. Пусть сдохнет и прибежит опять обратно, пока мы тут убьем. А, ну иди. Нам все равно разбежались. Он нас так не запускает. Не добежит. Инста, точнее, ко входу инста этот протонет, запускаешь в босса параллельно. Понятно. Как жутко вы фоните, блять, аж играть не хочется. Я уже сходил, говорю. Это ТРК. Моя чаша полна, и прольется кровь. Да не, ну есть, которые нормально разговаривают, а есть, которые вот, блять, через микрофон, ну через колонки, понял, когда я сам себя слышу. И вот они нажимают, ничего не говорят, но нажимают, и оно, понял, такой... Да
отрезать павших. Советую на мейн. Дайте инервасабику. Надо кому-то катушка на мейн. Я уже сходил там, и пока бахалка запускается. Колечко надо кому-то на мейн спек. Науф. No.